Всем привет, друзья, на моем канале, и я рада вас приветствовать. Я сегодня вам буду снимать супер клевое видео про косметику, которой я пользуюсь каждый день. И я надеюсь, что каждому из вас будет интересно это видео, так что подписывайся на мой канал, чтобы рассказать вам сегодня про чудесную косметику. Ой, Люк чувствует себя, он знает, когда он на камерах, он начинает вести себя как-то странно. И тем не менее, я сейчас вам скину видео урывок. Ну и короче, ребят, это была полная жесть. Прямо перед съемкой видео я погладила своего пятна. И короче, я переоделась уже 100 раз. Тут пятно поставлю, то еще что-то, а тут это шерсть. И я, короче, не могла заснять видео, мне пришлось полностью все очищать. Ну иди сюда, кто решил ко мне лезть, ты засранец вонючий. На руки, когда снимаете видео. Ваша кофта превратится просто в клубок шерсти. Ну не подумала, не подумала. Ребята, поддержите канал лайками и подпиской на канале, пожалуйста, ведь мне это так надо. Очень нужна ваша поддержка. Дорого, и хочу рассказать вам, что действительно маски из Евы работают. Кстати, купила еще крем, но я, к сожалению, в этот день не успела вам заснять про него видео. А на видео вы видите... Очень милая маска, и я хотела бы рассказать, зачем сделали
тоже не обманешь. Там, если нет корма, то все, он не пойдет. Ну, короче, Animal Series. Данную масочку я купила в магазине Ева. Все знают данный магазин Ева, все туда ходят каждый день, потому что мы все пользуемся не только рефлеймовскими средствами, там, где нам всякие зубные пасты, там, порошки суют. Ну, там нам толкают товар, а мы все ходим в Еву просто потому, что там иногда бывают бешеные значки. Данную масочку я купила, по-моему, то ли за 18 гривен, то ли за 19 гривен по акции. Ты еще пожалеешь, детка, что купила такую дешевую. Тваринами і приведення уваги до їхньої долі. Частина коштів від продажу такого товару буде спрямовано на рахунки благодійних організацій, які займаються Ребята, хотела еще раз повторить вам, если мы будем набирать под этим видео и другими моими видео больше лайков, то тогда я смогу подкармливать животных уже сама лично, получав от этого канала деньги. Я лично буду снимать каждый блог, как я кормлю бездомных кошек. В общем, купила я ее еще не открывала. Короче, бо я открывала трошечки інакші маски. Вот, ну, якщо вам не шкода, підписуйтесь на мій профіль на інстаграмі, всім буду вдячна за підписку. Зволожуча тканина маска для обличчя з гіалуроновою кислотою та соком алоє. Концентрований екстракт соку алоє має високий вміст вітамінів, мікро- та макроелементів. Біологічно активні речовини алоє насичують шкіру і утримують вологу в клітинах, а комплекс вітамінів стимулює обмінні процеси і сприяє оновленню клітин шкіри. Гіалуронова кислота формує захисну плівку, яка регулює водний баланс шкіри, сприяє її глибокому живленню та зволоженню. Захищає від негативного впливу навколишнього середовища. Тканина маска для обличчя з гіалуроновою кислотою та соком алоє глибоко насичує шкіру, захищає і надає їй сяючого вигляду. Матеріал маски – нетканне полотно. Застосування на очищення шкіри накладіть маску на 20 хвилин, потім зніміть маску та умийте обличчя теплою водою. Рекомендується застосовувати маску щодня протягом 12 днів. Так, ну от я випускаю Люка, бо в мене тут стоять камери, а він трохи себе неадекватно веде. Іди сюди, так мені зараз. Іди сюди. Короче, народ, он очень бешеный стал. Я не знаю, сейчас вам покажу. О, все, это реально бешеный. Так, он очень агрессивный стал. Смотрите, он хочет выдернуть мне сережку. Вот этот вот кот. У него очень бешеная психика. Он дряпает мою новую кофту. Смотрите, какой он злой. Вы себе не представляете, какой он сейчас злой. Он бесится, я не знаю почему. Эй, дурак. Все, пошли. Давай, подойди, как ты еще умеешь. Подойди, это не кот, это тигр. Ну все. Все, мы избавились от кота, от этого рычащего тигра. И продолжаем дальше. Короче, друзья, я не знаю, что происходит с моей кошкой, но это просто трынец. Сейчас мы будем пытаться с вами уладить эту ситуацию. Если честно, ситуация настолько проблематична, что вы даже не представляете. В общем, начинаем. Чистая кожа, мы должны, по крайней мере, держать какой-то, как вам сказать,
сказать, баланс, то есть мы должны правильно питаться, это первое. Второе, у нас всегда должна быть вот правильный режим питания, то есть мы не можем себе позволить скушать сладкое, если мы уже скушали, например, рыбу там, или много солености, да. То есть для того, чтобы наше тело было всегда в форме, чтобы мы всегда были стройны, мы должны поддерживать правильную структуру в первую очередь, наше питание. Так как все зависит от нашего внутреннего состояния души. И даже вот если у вас выскочил какой-то минимальный прыщик, неважно, или это здесь, или здесь, это не означает, что вот все, вы должны отказаться как бы от шоколада, нет. Я считаю, что как бы если у вас выскочил какой-то прыщ, то это в первую очередь зависит от вашего неправильного питания, так как в основном все, что находится у нас на лице, это показатель наших внутренних, в первую очередь, органов, понимаете? Вот. Поэтому я вам всем советую пересмотреть ваше питание в первую очередь. Вот, то есть вы должны в первую очередь следить за своим питанием. И, конечно же, в этом положении изменится ваша структура фигуры и структура вашего лица, в первую очередь, это тело. Потому что все говорят, что вот мы есть то, что мы едим. Вот. Ну, и короче, я думаю, что нам уже стоит приступить к следующей распаковке, следующей нашей масочки. Вот, я думаю, что мы сейчас вот эту маску уже снимем, так как я уже показала вам приблизительно эффект, который может она воспроизвести. В принципе, мне очень она нравится. Эта маска, она еще внутри имеет такую какую-то, ну, клевую сыворотку. То есть в натуре ее там много. То есть ее можно распределить еще на шею себе. Ее можно распределить на заднюю часть спины. Если у вас там проблемная кожа, то оно может достаточно так помочь. Эта маска, она от Вики Бьюти, и за порцию корма для беспритульных тварин как бы сделала эта фирма в форме вот таких вот няшных мордочек, кисок таких, ну, данную продукцию. Ставь лайк под данным видео и напиши свои впечатления про данную маску, если вам понравился данный вид товара. Я всех рада видеть на своем канале Элиза Энджел. И напоминаю, что буду благодарна вам за подписку на своем инстаграм-канале. Сейчас я вам покажу, как инстаграм мой выглядит в реале. Вот так вот. Подписывайся на мой канал на инстаграме. Энджел Лизася, вот мой профиль. Тут слишком много всяких советов про бьюти-блоги и все остальное. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот так вот выглядит данный канал. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока! Дорогие друзья, я надеюсь, меня хорошо видно и слышно в этом эфире. Мы продолжаем с вами бьюти-блог про маски и про уход за своим лицом. Как видите, я уже сейчас нанесла маску. Это первая маска, которую мы сегодня с вами посмотрели. Ставь лайк под этим видео и подписывайся на канал, который ты смотришь. Канал Элиза Энджел. Всем благодарна за подписку. И мы сейчас с вами будем рассматривать все следующие версии маски, которые я вам приготовила. Итак, сегодня мы с вами рассматриваем месседж, такой отличный от меня. Я приготовила вам различные маски по уходу для кожи своего лица. Усю косметику, яку я вам підготувала. Зараз я вам розкажу про всі інші види.
почали? Ну що ж, ми зараз почнемо з вами огляд масочок, якими я користуюся щодня. Так, потрібно приблизити вам, щоб було краще видно. І так, зараз я вам детально розкажу про кожну річ в своїй косметичці, якою я користуюся щодня. Ну, перше, що ви вже бачите, що я користуюся ось такими масками, вони дуже добре зволожують обличчя. Купляю я їх в Єві, тому що там сама така помірна, найпотужніша ціна. Дивіться, яка прелість. Є отакі маски з улітками, зі всякими такими чудиками. От. Отак вони виглядають. Це є супермаски, які зволожують наше обличчя, які роблять його більш еластичним, наша шкіра перестає мати прищі і всякі висипання. І як ви знаєте, деколи от ви приходите з вулиці, дивитесь на свою шкіру в дзеркалі і починаєте знаходити усілякі різні непотрібні прищі, там, червоні подряпини. Так от, ось ці масочки, вони дуже добре зволожують шкіру і надають їй сяйво. Давайте почнемо з вами про Via Beauty Collagen Serious, маска для обличчя, розгладження зморшок. Тут у нас є фільтрат равлика. Що таке фільтрат равлика? Плацента Collagen Face Mask, антивіковий ефект і моделює контуринг нашого обличчя. Так от, що ми з вами можемо собі зрозуміти з цієї маски? До речі, друзі, підписуємося на мій канал на Ютубі і на Інстаграмі. На Інстаграмі виглядає мій канал отаким чином. Ставь лайк і буду вдячна за підписку. Розовий фон. Коротше, друзі, давайте почитаємо з вами далі про цю масочку. О, дуже прикольна річ. І так. Розгладження зморшок плацентарно-колагенова маска. Ой, друзі, я особо не розбираюся, що то за плацентарна колагенова маска, але кажуть, що вона дійсно робить якийсь такий дивовижний ефект, що це все реально, що наша шкіра може бути дивовижно кристально чиста. І всі ми народжені для того, щоб бути просто суперкрасивими моделями і того роду. Тобто ніхто не може нам заборонити мати чисту шкіру. І в першу чергу ми мусимо цього хотіти якось так внутрішньо, тобто ми мусимо знати, який в нас може бути щоденний раціон харчування. Ми можемо їсти тільки фрукти, відмовитись від м'яса, але ніхто нас не застерігає, що все ж таки наша шкіра і все, що нас оточує, залежить тільки від того, що в нас внутрішньо закладено генами, наш генофонд, тобто це все залежить якось внутрішньо від нашого стану душі. Ну так от, действие. Маска содержит экстракт плаценты, овцы и коллаген, которые способны восполнять недостающие структурные элементы клеток кожи, за счет чего кожа становится более эластичной и упругой. Фильтрат секрета улитки обладает способностью... Фильтрат секрета улитки. Люди, вдумайтесь, я вам сейчас покажу такую классную улитку. То у нас были кошачьи какие-то маски, то сейчас улитки. Господи, что происходит? Куда уходит людство? Я вообще не понимаю. Друзья, короче, посмотрите сейчас на меня, и вы поймете, что такое результат эффективности вашей кожи. Короче, друзья, я не знаю, зачем я вам про это все рассказываю, но я чувствую, что я хочу поделиться с вами этой информацией, я хочу с вами пообщаться, поразговаривать, я жду ваших комментов там внизу, и очень надеюсь, что вы подпишетесь на мой канал, ведь все-таки я готовилась к вам, чтобы рассказать про качество кожи, про то, как за ней ухаживать, про всякие различные секреты, и сейчас мы в этом видео с вами разберемся. Что же делать, если надоели тренировки? Что же делать, если надоела правильная еда? Что же делать, если вас достали все эти рекламы про всякие крема и все остальное? Понимаете, вот мы не роботы, понимаете? Вот мы смотрим, да, по телевизору всякие различные передачи, но не всегда, не всегда нас это радует. Вот, даже у меня, кстати, заглючил айфон. Я просто хочу вам сказать, что вот данного вида маски, они сделаны не просто так. То есть вы их не просто так покупаете в магазине, вам их продают, потому что
как бы в Брокарде, вот посмотрите ссылочка на этот магазин, или же в Victoria's Secret вы можете пойти купить маску, или же в конечном итоге вы можете пойти в тот же Watsons, Ева, Простор, или еще какой-то маркетинговый магазин такой. Вы можете купить маску более маркетонную, то есть не такую дорогую, но она, извините меня, не такая дорогая, но она тоже имеет какой-то эффект. Вот, честно говоря, заплатите ли вы 500 гривен за крем, или заплатите вы 19 гривен за вот такую вот несчастную масочку, эффект будет один и тот же самый, потому что все, что у нас на коже, все, что у нас на лице, оказывается наше внутреннее влияние. То есть, если мы будем правильно питаться, если мы будем заниматься физкультурой, делать всякие упражнения, ходить, не курить, не пить, то тогда всегда наша кожа будет как бы свежей, эластичной, без прыщей, несмотря на всякие различные периоды в нашем женском организме, мы будем всегда стройные. Поэтому, девчонки, я вам хочу открыть следующий вид маски. Марки ТХД, то есть вы покупаете такую, как пластырь на нос, и оно супер очищает вашу кожу. Вот, оно там потом пересыхает, вы это сдираете вот таким образом, и кожа на носу, вот тут вот она происходит такая гладкая. Следующая наша маска, это вот такого вот плана, с киви. Давайте с вами почитаем, что же это за маска. Маска для обличчя слайси киви с экстрактом из жимолости та японської софори. Вдумайтесь, японська софора. Це, коротше, тимегрін вей, фітолінія, незамінна для регулярного догляду за шкірою, що потребує інтенсивного зволоження та відновлення. Маска нормалізує активність верхніх тканин шкірного покриву та наповнює здоровим обличчя сяйвом. Сяйво! Коротше, народ, всі йдіть в магазин Єву, магазин, який я вам покажу на екрані зараз. Екстракт жимолості містить велику кількість рутину, чого? Кверцетину, а також вітаміну С, що забезпечують протизапальну антибактеріальну дію, протидіє проявам акне, куперозу. Екстракт японської софори. Що ж, друзі, давайте почитаємо з вами про екстракт японської софори, щоб я вам більш детальніше про це розповіла зараз. Що ж це за екстракт японської софори? Зараз ми з вами дізнаємося, що це таке. І так, ця маска не є шкідлива для вашого здоров'я, і тому ми зараз з вами детально розберемося, що вона собою являє. Так. Ну, в общем, до речі, дуже корисно їсти авокадо. И подписывайся на канал. Что ж, а мы начинаем. Лиза Энджел начинает показывать вам показ костюма из Victoria's Secret. Короче, друзья, начинаем. Друзья, этот костюм очень крутой. На самом деле, в нем можно ходить гулять на спортивные тренировки. Плюс мы очень похожи со своим котом. Посмотрите, мы как две капли воды. Люк, скажи, ты тоже любишь зеброчек? Будь, посмотрите, какой он классный. Это мой ребенок. Я зебра, а это мой ребенок зебреныш. Тю, такой хорошенький. Он уже вырос, ему почти уже годик и 2 месяца. А-а-а, как же он царапается. Люк, ну посмотри в камеру. Помотай лапкой. Скажи всем привет. Всем привет. Короче, друзья, этот костюм нереально крутой. Здесь классный капюшон, вот такой вот большой. Смотрите. Вот, плюс вот такая вот
высокая посадка на штанах. То есть штаны реально напоминают... Не, ну это классный костюм, то есть костюм реально настоящая Victoria's Secret. Вот я покупала его, правда, я покупала его немного подешевле. Ну, то есть цена дешевле, потому что я покупала, заказывала одной девчонке. Это не БУ, это новый, он совершенно новый и классный. То есть здесь идут вот такие вот широкие штаны с вот такой вот посадкой. И вот такая вот кофточка худи с таким вот капюшончиком. Костюм очень прикольный на все случаи жизни. Что ж, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал Элиза Энджел на ютубе. Всем приятного просмотра, а дальше уже следует. Можете даже без лайка поставить или лайк. Ставь дизлайк или лайк на этом канале. Пока-пока, до новых встреч!